Сергиевском районе 3 апреля стартовал паводок. Здесь эстафету первой принимает Черновка. Русло местной одноименной с поселком реки Черновка географически расположено так, что весной собирает в себя все талые воды с просторов поселения и прилегающих к нашему районов. Лед, который был в этой реке, он утонул. И потихоньку его начал поднимать. Мосты в центре села и на окраине села не успевают через себя, через свое сооружение пропускать этот объем воды. Соответственно, уровень воды резко поднимается, буквально за час больше 1,5–2 метров может подняться. Стало понятно, что в борьбе со льдом под мостами не обойтись без тяжелой техники нефтегазодобывающих предприятий. А также нужно было вскрывать часть насыпей на подходе к селу, созданных десятилетия назад для хознужд. Предпринятый комплекс мер оказался весьма эффективным, и талые воды покинули поселок за считанные часы. В настоящий момент ситуация действительно более-менее находится на благополучном уровне, она управляемая. Дежурства по Черновке сейчас продолжаются, как и в Сидоровке, где на днях также пришлось повоевать с природой. Но перелив воды через Сидоровскую дамбу в село все же удалось минимизировать. Служба жизнеобеспечения Сергиевского района напоминает, что готовы принимать по номеру 112 сигналы тревоги в связи с паводковыми явлениями от жителей всех поселений, находящихся в зоне риска. Ведь в прогнозах метеорологов уже значится дальнейшее повышение температуры воздуха, а также весенние дожди.